Сегодня в Туркестане состоялось праздничное мероприятие «Адал Азамат, Адал Еңбек», посвященное Дню труда. Торжественное мероприятие принял участие заместитель акима Туркестанской области Бисен Тажибаев. В торжественном собрании приняли участие работники сферы образования, спорта, предприятий и представители интеллигенции, которые много лет служили стране. С поздравительной речью выступил заместитель акима Туркестанской области Бисен Тажибаев. В этом году Туркестанской области исполняется 5 лет. За это время город был благоустроен, построены современные здания и духовно-культурные центры. В этой связи особое место занимают люди труда, отметил заместитель акима области. Еңбек адамдарының қоғамдағы өнегесі бәсі бейік болу тез. Уважение к человеку труда во все времена особенное. Человек труда пользуется особым почетом. В казахском языке есть поговорка: человек достоин своим трудом, уважаем своим характером. Я думаю, что в сочетании этого труда и характера развивается и общество, и человек, и семья. С праздником! В честь Дня труда региональные победители республиканского конкурса «Еңбек жолы» Туркестанской области были награждены номинациями «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи», «Лучший молодой специалист», специалист производства. Также были чествованы группы сотрудников, которым в этом году исполняется пенсионный возраст. Айжан Арапова, Алмазы Набекула, новости.